Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Kia Sorento 2005 года выпуска с двигателем 2.5 дизель, механика, полный привод. Пробег на автомобиле 166 тысяч километров. Заменю раздаточную коробку. Поднимаю автомобиль, смотрю, что там и как, и откручиваю. Вот раздатка, видно, хвостовик весь мокрый на задний кардан, но можно было бы просто заменить сальник, но дело не только в сальнике. Масло остатки сливали, когда там со стружкой потекло, и хвостовик ходит вот так вот. Поэтому решили не ремонтировать, а заменить. Но заменить все замечательно. В принципе, снизу снять ничего сложного нету. Но один болт закручен изнутри коробки под кулисы. Поэтому сейчас разбираем в салоне, снимаем кулису. И откручиваем верхний болт. А уже потом будем разбирать снизу. Здесь по три клипсы вот таких вот, поэтому поддеваем аккуратно, но на излом не берем, чтобы не сломать. А дальше у нас по два самореза с каждой стороны и поднимем уже накладку эту. Здесь снизу самореза нету. И снимаем разъем с прикуривателя. Откручиваем вот этот лючок. Здесь у нас болты М6. По-хорошему бы снять целиком. Но попробую открутить.
Нет, не получится отсюда открутить. Если даже открутить получится, не получится мне нормально снять его. Поэтому консоль снимать однозначно. И посмотрел, здесь уже крепления частично переломаны на клипсах, частично сняты. Откручивалась уже, значит, либо коробка, либо раздатка уже снималась. Снимаю консоль. Для этого снимаю пепельницу. Здесь под пепельницей находится саморез. Теперь поддеваем. Снимаем разъем. Нам надо снять в бардачке внутри корыта. Как же его показать-то? Вот это вот корыто. Снизу его поддел, сзади. И вытаскиваем его целиком. Здесь под корытом находится саморез. С одной стороны и со второй, но со второй его уже нету. Просто упростили, ребята его не поставили. Также два самореза вот здесь снизу. Все, у нас целиком зашевелилась она. Теперь остается спереди. С двух сторон по бокам. Снимаем заглушки и выкручиваем саморезы. Все, я думаю, можно пробовать снимать.
Вот, а теперь здесь все удобно открутить. Какой демпфер висит. Откручиваем болты на 12, 6 штук. И поднимаем кулису вверх. Да. Открутить открутил, снял все. Но кулиса здесь идет смещенная. Она заходит не прямо в коробку. Она идет как бы через переходник, площадку. Сейчас покажу. Вот эта вот кулиса, а крепится она спереди. Под шахтой, получается, у нас еще находится 4 болта, которые надо открутить и до которых неудобно добраться. Поэтому надо приопускать коробку, чтобы до них добраться. Поднимаю автомобиль, откручиваю карданы и откручиваю заднее крепление коробки. Коробку наклоняю вниз. Но перед этим под капотом посмотрю, чтобы у нас двигатель сзади ни в какие трубки не упирался, чтобы ничего нам не отломать. Ну, вроде бы такого ничего здесь нету. Поэтому приопустим коробку. Главное, чтобы у нас вот это расстояние здесь... Вентилятор в диффузор сильно не упирался, но мы настолько не будем позволять, потому что глушитель мы не откручиваем, и двигатель у нас настолько не наклонится. А так здесь достаточно пространства. Откручиваю задний кардан, потом передний кардан. Болты на 14. Свой кардан в сторону отвел, снимаю разъемы с датчика скорости, с моторчиков, которые видно. Масло пока не сливаю. Сливной болт, вот он. Я когда приопущу, у меня наклонится в эту сторону раздатка. Потом откручу, солью масло. Теперь откручиваю передний кардан. Также головка на 14. Thank you.
А что я мечу? Другая раздатка будет. Так, ну все, кардан передний тоже открутил. Теперь откручиваю траверсу. Два болта с одной стороны и два болта с другой стороны. Здесь сейчас поставлю гидроподпор, гидростойку и потихонечку приопущу. Болты на 17. Это непонятно, балка как смещена идет, то ли как стянута, то ли как рама развалена, вон отверстие здесь вот так вот в бок и здесь также в бок вовнутрь, какая-то недоработка. Так, не нравится она мне, выкручивается. Надо, наверное, по-другому перехватиться. Ставлю под коробку. Ну так вот приопустилась. Да, можно отсюда уже можно подлезть накидным ключом. Подлезаю, откручиваю те болты. Показывать я этого уже не буду, потому что сверху неудобно залазить, крутить. Ну это понятно. А пока откручиваю болты
Также откручиваю сливную пробку. У нас сейчас раздатка мало того, что вниз опустилась, она еще вот так немножко повернулась. Все масло будет здесь. Пробка 3 восьмых. Да, обычный ключ 3 восьмых. Масло залили неделю назад. Даже не неделю, 4 дня назад залили масло. И оно уже вон какое черное. В раздатку идет 1,7 литра. Заливается по мануалу Dextron 3 или соответствующий Dextron 3. Ну и все. Стекло масла. Не стал я снизу мучиться, залез наверх в автомобиль и открутил болты. Здесь получилось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 болтов. Также скидываю датчик, болты вытаскиваю. Болты здесь на 12. Все болты снял. Ну и подрываем кулису. Вроде бы все болты открутил. Видать, на герметике сидит. Еще вот здесь вот сзади, снизу у нас тоже кулиса прикручена. Откручиваем ее. Я откручу два болта, которые через раздатку кронштейн прикручивают к раздатке. Именно не к кулисе болты, а к раздатке. Откручиваю. И сейчас без штатива держать уже не буду. Поддергиваю после этого кулису от коробки. Вытащил кулису. Вот положил ее в пакет, чтобы здесь ничего не марать. Но снял, конечно, с трудом. Вот он штифт. И вот отверстие под штифт. Сидит на штифтах очень плотно. Помучился, конечно, в раскачку. Ее туда-сюда шевелил, чтобы ее не сломать. Но уже сомневался, думал, может, еще болты есть. Нет, посмотрел. Болтов больше нету никаких, только этот. И вся вот эта свистопляска у нас только вот из-за этого одного болта. Вот если видно, пальцем его показываю, шляпку. Вот этот болт у нас раздатку прикручивает изнутри. Ну, также вот он, этот у нас сбоку находится. В принципе, мы бы его и так открутили бы, не мучились. Ну, а теперь все. Теперь только дело техники остается. Откручиваем болты, 6 штук. Я сейчас вот этот болт откручу, один, второй верхний, подожму на место траверсу, раздатку, подставлю под нее гидростойку и уже сниму ее с гидростойкой, потому что она тяжелая, 50 килограмм весом.
Раздатку я по кругу открутил. Уже показывает, этого не показывал. В принципе, там темно, неудобно. А сверху болт, который под кулисой находится, самое забавное, он вообще был не закручен. Я его взял ключом, он раз спокойненько пошел, даже, ну, никакого усилия. Почему-то его не подкрутили. Единственное, он держался только из-за того, что был намазан на герметике. Хотя, если бы он даже открутился, упал, там ванночка, он бы в коробку не попал, но тем не менее он был не закручен. Ладно. Висит она сейчас у меня на одном болту. Поэтому сейчас поддомкрачиваю траверсу на место, втыкаю штифты и подставляю под коробку. То есть подставляю под раздатку и снимаю раздатку. Все, раздатку поджал, откручиваю последний болт.